Федеральная комиссия подвела итоги 4-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В число победителей вошел план развития и благоустройства «Звенигород-гостиный город». Об этом сообщил главный архитектор муниципалитета Кирилл Завражин. Территория проектирования включает в себя прогулочный и туристический маршрут, который делится на несколько тематических зон – городскую, парковую, природную и заповедную. Приступить к реализации концепции планируют в следующем году.